компания Maggio. Вот, итальянский дизайн написан. Заказали на новой почте, очень быстро доставили, причем доставка была на дом. Ну, все было, в принципе, отлично. Не знаю, что это за термопод, брали по скидке для большого, ну, как для большого, для небольшого офиса. Вот. Ну, и будем постоянно пить чай, там, заваривать кофе и так далее. Это все в такой упаковке оно пришло. Мы там не один товар брали. Так, что у нас тут есть? Вот такая коробка, нарисован термопод. Вот три каких-то режима, да, три режима и 4 литра. Я думаю, 4 литра это будет достаточно для всех. Ну, вот. Один из, наверное, самых больших. Так, что это у нас идет в комплекте? Гарантийный талон и эксплуатация. Идет о кабель внешний. Это хорошо, кстати, стандарт обычный. Так что, как от системных блоков. Так что, если утеряется или забудется, никаких вопросов. И самое главное, защитить от переломов. Так, это у нас хорошо все упакованный. Так, что у нас там дальше идет? Ну, в принципе, вот он. Небольшая есть потертость, пластик. Ну, так, такой вот на троечку, наверное, АБС. Вот. Конечно, есть лучше. Что у нас тут? Ну, нержавейка вроде внутри. Все блестит, да, вот тут как-то так. И здесь кнопка качать. Значит, ага, два режима. Вот. Ну, как-то так. Все, в принципе, испытание пройдет, сделаем отзыв. Ну, надеемся, будет работать и долго служить нашему. Вот такой вот термопод фирмы Maggio. Или Maggio, Magic какой-то.